спасибо большое. Я хочу сделать маленькое объявление, что, знаете, мы сейчас, вот сейчас, я у многих спрашивал, делать или не делать, диски давно кончились, и я их как бы не заново не делал, потому что... Потому что... А что, собственно, лучше так, я так скажу объявление. Потому что некоторые говорят, что а куда мы их будем вставлять-то сейчас диски? Вот. Ну, а кто-то говорит наоборот, делай, делай, даже интересно просто взять, купить и там расписаться, и пусть стоит. Когда вернется, винил вернулся же? Да. Ну все, значит, на это может вернуться. А у тебя есть диск? У меня есть. У меня есть винил. Но до конца фильма. Группа «Духи». Нет, ну это понятно, это первая группа моя. Ну вот, нет, вторая, ну ладно. Ну, в общем, мы делаем сейчас винил, поэтому я не привез с собой диски, потому что они на самом деле есть там на Яндекс.Музыке, можно скачать, можно зайти ко мне на сайт, ну, в смысле, вот ВКонтакте набрать Башаков, там все есть, в общем, можно скачать. Есть, есть, да. Где угодно, причем дешево, ребята. Нет, нигде, нет, я получаю, там, где официально, там Яндекс, я получаю авторские, все в порядке. Вот. Но поскольку у меня нет сегодня дисков, я привез книжечки, и я сейчас покажу, их можно приобрести в Крыму, а особенная цена, то есть меньше в два раза. Вот, я просто по 300 рублей вот отдаю, отрываю от сердца, а что, многие... Вот, это такие книжки переизданные, здесь есть совсем новые даже тексты, написанные в прошлом году. Они, и издание... Аленка забила. Ладно, Миша, вот. Ты сам. Давай. Давайте, передавайте, да. Вот. Там рисунки не мои. А мне, смотрите, есть. Вторую. Да, слушайте, ребята, не закинули, Зажали. Сейчас. И есть такие, поскольку я еще рисую, у меня есть такие репродукции моих картин. Они в трех видах существуют. Такой, такой и такой. Тут? А, нет. А, да. А, погодите. А, еще нет. Еще вот такой. Вот еще. Вот еще. Ну, Саша. Да, вот, Саша. А эти вообще по 200 рублей, если не жалко, берите, я потом распишусь, и мы сфотографируемся после второго отделения. Я остаюсь вашим, никуда не деваюсь. Я не могу. Сейчас я пойду по ключику. Нет.